Подмосковье накрыло снегом. По словам синоптиков, за минувший день и ночь в Москве и области выпало порядка 7 сантиметров осадков, что составляет около трети от месячной нормы. Жители Ленинского района присылают к нам в редакцию кадры, снятые на мобильные телефоны. Надо признать, что снег сказочно преобразил улицы, но и создал немало проблем. В аэропорту Внуково задержали 14 рейсов, в Домодедове 3 рейса задержано и еще 18 отменено. Хватало проблем и у тех, кто передвигается по земле. С утра повсюду образовались огромные пробки, водителям только оставалось развлекать себя музыкой. Судя по парковкам, многие решили не искушать судьбу и не пользоваться автомобилем. О чем в этот день попросил водителей в Твиттере ресурс «Московский транспорт». Снег стал одним из информационных поводов для публикации в социальных сетях. Одни призывали помогать друг другу добираться до работы, другие просто радовались сказочным снимкам. К середине дня на основных трассах района были разбросаны реагенты и начала работать уборочная техника. Ситуация на дорогах немного улучшилась. Наши мобильные репортеры отмечают, что если снег продолжит идти, ситуация может стать непредсказуемой.